Я написал, пришел в полдень, говорит, вы знаете, кроме вас еще подали заявку молодые коммунисты, по-моему, они называются, такая смена была, ребята. Они потом депутатами тоже стали. Давайте, я говорю, ну давайте по очереди, один день. Они говорят, и может, подъеди, буквально. Мы сказали, один день, я курирую тебя. Ну, я пришел не просто так, я там возглавлял избирательную комиссию общества «Мемориал». Я говорю, вот от «Мемориала», значит. Ну хорошо, один раз от «Мемориала», а второй раз будут эти ребята. И мы сюда через каждый день, как там не каждый день митинги были, но площадка была открыта. Понимаете, это гайд-парк. Понимаете, гайд-парк в Москве, конце советского периода, размером 1100 точно попадалось. По абсолютно. 1100, абсолютно. Около 100 тысяч. Совершенно верно. Угу. Вот сейчас это место занято торговыми площадью. Уже, наверное, даже не занято. Потом уже оно было занято. Торговые, да. Потом сейчас может уже свободно. Каждый день я приходил как на работу. Там более-менее свободный микрофон был. Но мы кому-то, конечно, там приходили, неадекватно мы там легкие открывали это все. Но с другой стороны, там реально проходили раз в неделю митинг, который я организовал. Народ стекалось. Стекалось. Так как я был в числе этого народа, огромное количество. Стекалось. Знаете, когда я выступал, Ельцин, Сахаров выступал. Конечно, Афанасьев, Попов. Серьезно, вот когда мы звали, скажем так, лидер в общественном мнении того периода, это, конечно, были депутаты межрегиональной группы депутатов. Лужники стали как бы символом таким, того мнения, между прочим. Ну, вот я слушаю, вас здесь были совершенно незабываемое было время. Полные вообще надежд. Все мы думали, что вот и мы окажемся в светлом будущем. Не в смысле даже благополучия, а в смысле действительно демократии и всего прочего. Может быть, даже не задумывались. Я бы тебе сейчас вспоминаю действительно эти митинги грандиозные, которые до сих пор в памяти так совершенно отчетливо живы. Мне кажется, вот нынешняя российская власть, она поэтому так и реагирует сейчас на события, которые не происходят. Она помнит, она знает, к чему ведут действительно вот такая вот свобода волеизъявления народа. Я думаю, они не совсем понимают, к чему может привести там.